Всем привет, 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 привет! А это снова я и мои новые бусы. В общем, это мои новые бусы. К сожалению, я вам не могу показать, из каких материалов я эти бусы сделала, потому что моя подводка, которую я сняла, благополучно, нечаянно удалилась вместе с другими очень нужными мне видео. В общем, поэтому будем рассматривать их, вот, ну, просто рассматривать. В общем, мне в руки попали бусы. Это были очень винтажные бусы. Вот такие бусины от них. Вот эти бусины, потом вот эти вот бусины. Вот эти маленькие бусинки. Это все были бусы винтажные, которые мне принес с работы мой муж. Сказал, ой, кстати, у нас тут привезли шкаф на реставрацию, и в одном из ящиков лежали эти бусы. Я спросила у хозяина, куда мне их деть, он сказал выбросить. Но я решил привезти их тебе. Я говорю, боже, какой ты молодец, что мне их решил привезти. Я была очень рада этими бусами и хотела из них что-нибудь сделать. Я нашла к ним бусины-компаньоны. У меня были вот такие бусины под жемчуг. Вот они были нескольких размеров. Также у меня были пластиковые бусы, которые я покупала на рынке. Но в них были очень красивые элементы. Там были просто прозрачные бусины. И в них было две вот таких бусины. Ну, будем считать, что это сердце. Они напоминают сердце. И два вот таких вот имитации камушков. Также у меня были бусины бисер. Он прозрачный, но с таким зеленым прокрасом внутри. Ну и, в общем-то, я решила создать бусы на тему друидов. Мне очень сильно напомнили вот эти бусины, напомнили мне, так сказать, ирландскую зелень. Ну вот, и, в общем-то, я решила поиграть с друидами. Но потом я искала картинку красивую на заставку с друидами и ничего интересного не нашла. Я подумала, я назову эти бусы «Ирландский замок». Вот как бы кирпичная кладка, вот как бы такие замшелые стены, вот как бы весь замок. Ну, в общем, показалось мне, это будет интересным. Вот даже у меня здесь есть, я разобрала сережки, в них были два вот таких камушка лавы. Они тоже такого серо-зеленого цвета, очень интересного. Потом я подумала, нет, ну Ирландский замок, это как-то ну совсем мрачно. Назову-ка я этот комплект «Бархатное платье королевы». Вот. А потом я совершенно случайно увидела в интернете, что у нас на ютубе стартовал флешмоб или челлендж, я уже не помню как, который называется «Друиды». И я решила, что все-таки я вернусь к первоначальному названию этих бус и назову эти бусы «Тайна друидов», ну и заодно поучаствую. Они все равно были сделаны как с друидами в мыслях и в сердце. Назову этот комплект «Тайна друидов» и поучаствую в флешмобе. Вот, так что вызов приняла, даже не знаю, вызов это челлендж, флешмоб это как бы немножко другое, но в общем-то я тоже поддалась влиянию толпы и побежала, сделала вот такие бусы. Значит, что я сделала? Я отобрала маленькие бусинки, они по 6 миллиметров, сделала из них две вот таких бусины, отобрала бусины, которые у нас 8 миллиметров. И из этих бусин 8 мм я сделала, вот с помощью бусинок 6 мм, я сделала две вот такие бусины. Одна ушла у меня вот сюда, вот в бусы. У меня нашелся даже бисер вот такой зеленовато-дымчатый, интересный цвет. Вот, конечно, эти бусины приукрасили эти бусы. Конечно, без них бы они выглядели очень страшно и некрасиво. Ну, не страшно, а как-то мрачно и некрасиво, потому что бусы такие не очень. Ну, в общем, и браслет. Шапочки использовала в основном все из пластика. Здесь очень плохо носятся металлические бусины. Единственное металлическое это здесь вот, ну, колечки, конечно, замочек, восьмерочки и укрывные бусины. Здесь же я не ставила замок. Здесь я просто вот, которые бусины у меня остались, вот после использования, после плетения бусин, вот все бусинки, вот эти маленькие, которые у меня остались, я их полностью все пустила вот сюда на затылочную часть. Через бисерок, вот этот, который бисерок. И вот здесь я поставила вот раз, два, три кримпа. Тоже бусинку не убирала, потому что
Ну, в общем, когда я ставлю проставочные бусины из металла, я, конечно же, убираю вот эти, их убираю, просто оставляю кремпы. Сейчас же я оставила даже бусинки. Ну, в общем, вот такие интересные бусы у меня получились. Они очень, очень интересно смотрятся. Единственное, я еще не нашла одежду, в которой бы я могла их носить. Но цветовая гамма мне очень нравится. И очень мне нравится то, что я наконец-то применила вот эти бусины. Они у меня очень долго лежали. Это одни из самых первых бус, которые я здесь покупала на рынке, на разбор. Ну, вот там было некоторое количество, получается, да, 6 больших. И 6 вот таких маленьких. Ну вот здесь они и в браслет ушли, маленькие бусинки. В общем, вот такие у меня получились бусики. Я очень ими довольна. Очень они мне нравятся. Они такой средней длины. Они не лежат, они немножко свисают с груди. Я не знаю, сколько здесь сантиметров. Ну, наверное, сантиметров 70-80, не знаю. Ну, длинные, короче, не короткие. Вот такой у меня получился комплект. Ну все. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого наилучшего и всем пока-пока-пока-пока.